Еще неделечку бы. Угу. Все хорошо было бы тогда. Ну вот зря говорят, что нужно как-то сокращать выходные, что много. Нет, нет. Я не за это. Я наоборот. Увеличить. Мне хватило с избытком. Я считаю, там многовато. Есть ощущение, что отдохнули и готовы работать? Да, да. А я так считаю, что многовато. Да? Даже муж устал, говорит, ну, на работу надо, пора. Надоели. Заскучали, да. Более чем. Даже по работе заскучали. Ну, смотря то, как запланируешь. Что-то не успели, что-то успели. Увеличивать точно не надо. Я думаю, кому надо, всем хватает. Хватило выходных? Конечно, конечно, хватило. Не думаете, что как-то было много слишком лишних дней пустых? Нет, нет, замечательно, погода замечательная, люди у нас замечательные, праздники замечательные, хорошо отдохнули. Не хотелось бы, чтобы выходных было больше? Конечно, хотелось бы, но всего в меру, наверное, чтобы не расслабляться. Да нет, уже как бы надо немножко войти в рабочее русло, потом опять что-то захотелось отдохнуть. Высыпаться, самое главное, высыпаться нужно.